голодные хлеба. Молодые петушки, курочки сильно голодают. Я ставлю для них здесь, а для взрослых ставлю с этой стороны. Пора, чтобы привыкали уже старшие цыплята. Вот тут видно две кормушки. В принципе, тут можно есть что угодно. Но почему-то... О, перевернули. Перевернули, значит, не надо. Значит, ставлю обратно цыплятам. Пора, чтобы взрослые цыплята привыкли кушать именно курятники. Я им выставлял несколько раз. Сейчас покажу, какие они уже выросли. 20 августа. Вот здесь я их прикармливал. Вон они уже такие. На фоне петухов. Теперь они должны питаться в курятнике вместе со всеми. Подходить, выхватывать, убегать, в общем, уклоняться, наклоняться, изгибаться, изворачиваться. Отдельно кормить уже не буду. Теперь они уже освоились на участке, так что... Что там? Что там такое? Что там такое? Непонятно, что у них там. Для того, чтобы они уже привыкали к стае. Статус у них очень низкий, их гоняют некоторые куры, просто потому что увидели. Ну и если бы я их подержал подольше в клетке, то они бы осваивались бы лучше, так как были более крупные. Вот они подошли. А вот куры, которые только что зашла, рыжая такая, противная. Самая противная курица. В общем, цыплята тут уже все объели. Топинамбур, даже хрен. Я не знаю, кто объедал хрен. Или куры, или цыплята, в общем, все. Вот видно такие листья. Вон обглоданные такие. Неизвестно, в общем, кто это делает. Но тут постоянно такие. Значит, пусть пока остается. Вон тоже обглоданный хрен листья. И пошли на тот топинамбур, который растет намного дальше. Вот там где-то кричит что-то там. Кто-то кого-то клюнул. Петушки уже начали отгонять курочек, да и между собой тоже разбираются. Так что голодные хлеба теперь у цыплят получились. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Голодные хлеба у взрослых цыплят. И пить я им отдельно не ставлю, чтобы они привыкали, что все-таки в них есть дом. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!